Мои дорогие, меня зовут Наталья, и я очень рада, что вы ко мне заглянули. Я опять блондинка. Ура, ура! Я так люблю этот свой цвет, потому что блондинка – это, наверное, внутреннее состояние души. Сегодня у нас с вами пустые баночки, которые будут последние за осень. Вот так вот их назовем, да? Не ноября, а именно вот последние осенние банки. Значит, с чего начнем? Давайте сразу вот с этой штуки. Это Swedish Spa у меня... арома вот этот, как он, господи, называется, диффузор. Тут чуть-чуть прям осталось, совсем капелюшка, но я сейчас не знаю, как у меня что получится или нет с переездом. Вот, скорее всего, это, ну, уже все как бы выкинется, поэтому я не смогу вам больше показать. Показываю сейчас то, что осталось чуть-чуть. Что хочу вам сказать. Пахнет очень приятно, но на маленькое помещение. То есть вот тут у меня все палочки, да, использованы, по-моему, их там 5 штук, ну, может быть, одной нет. Не знаю, куда-то, может быть, я ее, не знаю, засунула. Хватило примерно на полгода, наверное. Аромат приятный, но, еще раз повторюсь, на маленькое помещение типа ванной. То есть ванную комнату поставить будет классно. На большое помещение, больше 20 квадратов, как бы примерно около 20 квадратов, уже нет, не справляется. То есть пахнет только, когда вы рядышком находитесь. Вот. Закончится, выкину. Далее, что у меня тут? Вот такая умывалочка Acne Dot. Очень долго я ее добивала. Очень классная. Она с iHerb. Она гелевой такой прозрачной консистенции. Она именно на борьбу с прыщами. То есть на кожу, да, на проблемную. У нее здесь салициловая кислота. Очень крутая, удобная помпа. Ну, вот это вот drop-off. Пимпочка, да, и объем хороший. И она вся такая, ну, парабенная и 100% вегетарианский продукт. Короче, классная штука, не сушила кожу. И действительно, на жирной коже работает очень здорово и хорошо. Возможно, когда-нибудь повторю, не помню, сколько стоило, честно, врать не буду. Так, что у меня тут так всего много. Шампунь вот такой Алерана. Сначала мне не очень понравился. Он мне показался каким-то таким скрипучим, желе каким-то образным. И что-то как-то мне было непонятно, но, видимо, к нему надо привыкнуть. И я как бы, да, понравилось мне в итоге. И еще, что хочу сказать, он тут, значит, для жирных комбинированных волос предотвращает выпадение, стимулирует рост. Ну, как бы насчет выпадения я бы не сказала, что у меня прям меньше стало что-то выпадать. Ну, потому что у меня сейчас как бы нормальный волосопад такой, не самый шибкий. Я как-то его остановила себе, и так более-менее все идет как бы своим чередом нормальным. Вот, и что хотела сказать. То, что для жирных волос, то есть он... Сначала я каждый день все равно мыла голову, потому что мне не хватало того, как он очищает. Теперь я опять перешла на свою систему через день, и мне это нравится. Но к середине второго дня уже где-то надо подпшикать сухим шампунем. Но это просто мое как бы состояние души. Я люблю чистую голову, и когда чуть-чуть даже где-то что-то, у меня уже начинается колбаса. Но я не всегда, как бы, как скажем, то есть... Шампунь иногда дурацкий попадется, еще что-то, это бесит жутко. Вот этот более-менее нормально. Ну, то есть полтора дня, точно полтора суток у вас будет нормальная голова. Дальше уже как бы так себе. Есть второй пузырек у меня, тоже допользуюсь, но повторять не знаю, буду, не буду. Посмотрим. Для волос еще вот такая вот оси штука. Сос, средство, 3 минуты Мирику. Очень крутая, мне прям понравилось. Тут такой удобный вот этот вот... пимпочка, которую просто нажимаешь, и она вылезает отсюда средство. А так здесь откручивается, да, и можно все это вытащить. Тут вот чуть-чуть еще осталось на пол раза. Очень приятный аромат, такой, знаете, насыщенный, ягодно какой-то, ну, что-то вот ягодное, как по мне, приятное, классное средство для ухода за такими вот волосами, которые, ну, сухие, да, вот от окрашивания, которые нуждаются в заполнении пористости. Очень круто смягчает, сглаживает все это дело, и как бы получается волосы такими блестящими, струящимися. Хорошая штука, на скидочках буду брать еще, если увижу. Так, вот такой вот хозяйственный, да, у меня закончился мистер мускул. Со спиртом, чистота и блеск, без разводов во всем доме. Ну, не знаю. Мне кажется, все равно не все оставляют разводы. У меня тут полно зеркал вот в этой квартире. И как бы стекла... Ну, не знаю. Я как-то больше мне нравится, знаете, этот керхер у меня есть, который для стекол очищающий. Вот он, да, вот он ничего не оставляет. Ты напшикал, керхером собрал эту воду, все. А тут все равно тереть, все равно вот это натирать. Ну, конечно, все равно использую, да, такие вещи, потому что иногда там попшикнуть, протереть зеркальце. Вот.
нормально, в принципе. Ничего как бы выдающегося. Так, дальше у меня здесь маска ночная от Абьюз с маслом чайного дерева. Очень ее люблю. Она сейчас меня спасла после чистки. Я, значит, что делала? После чистки, да, представляете, лицо, оно такое слегка как бы припухшее, то есть его там что-то с ним делали, какие-то действия. Вот, у меня еще оно адски шелушилось, мое лицо, потому что у меня была чистка с кислотами еще совмещенная, как бы, да. Вот, и вот эта маска меня прям спасла первые 2 или 3 дня, я не помню, на ночь я наносила сначала гель алоэ, и потом сверху вот эту маску, и супер, и эффект как бы был хороший, то есть получается она не забивает поры, но в то же время увлажняет и снимает вот это ощущение, как бы, как это сказать, вот когда прыщик выдавишь, да, вот как бы есть такое вот, ну, как бы все раздраженное, да, а вот эта вот маска, она снимает это как бы раздражение, вот так вот скажем. В общем, классная штука, недорого стоит, где-то 300 рублей с чем-то в подружке, уже, по-моему, 2-я или 3-я моя баночка, обязательно возьму еще, очень мне нравится, рекомендую от души, ни одной мне нравится, я точно знаю. Так, дальше. Вот такая масочка вербена от Faberlic, увлажняющая для всех типов кожи. Она у меня прям там еще на один разик. Я что с ней делала? Она у меня стоит в душе. И я когда, допустим, нанесла маску на волосы, замотала, да, и, соответственно, наношу маску на лицо. Просто в душе как бы поры больше раскрываются, и питательных всяких полезных веществ попадет вам больше в кожу. И получается такой экспресс-метод, то есть не надо как бы ходить с маской 10 минут, а если вы в душе ее нанесли, то она вам как бы убыстряет процесс, то что распаренная как бы влажная кожа. И у меня вот эта маска, она тоже для того я ее использовала, чтобы снять вот эти шелушинки, которые у меня были после пилингов, еще что-то. То есть ну классная такая, нормальная, ну как классная, она конечно ничего сверхъестественного не делает, просто увлажняет. Как, знаете, как будто вы нанесли хороший такой жирный крем и его смыли. Вот так вот такое ощущение. Ее можно просто удалить салфеткой, как бы, чтобы она там дальше впиталась. Она именно снижает шелушение. То есть вот она именно на постпилинговый, как бы вот этот уход, посткислотный пилинг, после кислотных пилингов очень классно заходит. Так что посмотрите, девчонки, те, кто сейчас в зимний период, да, делаете пилинги, вот эти все, очень здорово, мне понравилось. Стоит вообще 3 копейки, я ее еще брала на супер какой-то скидке, потому что она по срокам годности выходила. И тут вот даже я успела ее добить до конца срока годности. Понравилось, хороший как бы продукт, пахнет лимонником. Приятная штука, ну, конечно, как бы... Не на постоянку, да, а вот так вот в таких экстренных ситуациях. И как бы на 5 минут можно. Так, дальше что у меня? Вот такой дезодорант Activel спрей. Очень хороший по сравнению с шариком, да. Я сначала очень сильно хвалила шарики. Мне они нравились, потом что-то случилось, что-то пошло не так. Они стали пачкать безумно одежду и вообще все вокруг. Хотя был, ну, как есть значок Invisible. Я именно вот эти вот, да, брала в Oriflame. Вот, потом я их что-то как-то все там запасы подизрасходовала, но вот эти пшикалки остались. И пшикалки, я вам хочу сказать, работают гораздо лучше, чем шарики. Мне они понравились, и, в принципе, возможно, когда-нибудь я еще буду повторять. Но вообще проще как бы зайти в ближайший, да, супермаркет, взять Рексону и не париться. Вот, а так ничего, нормальный дезик. Так, и запах, кстати, приятный, такой свеженький. Из мужского у меня закончился вот такой Old Spice. Это гель для душа и шампунь 2 в 1. Пахнет очень приятным цитроном с какой-то сандалом или с чем это? Что тут? Да, сандалвуд, сандаловое дерево. Прикольная штука, освежающий такой гель. Он не сильно, кстати, сушит кожу. То есть я его, в принципе, использовала и просто как гель для душа на себя и там на ноги. Я рассказывала, да, что как бы нижнюю часть тела я мыла вот этим гелем для душа, верхнюю часть другим гелем для душа. Ну, нормально, как бы я не считаю ничего такого, что помыться мужским гелем для душа. Я люблю мужские ароматы. И на голову тоже пробовала один раз, смывала масляную маску на армуль. Конечно, подсушивала, но ничего, справились с задачей. Ой, у меня еще тут, смотрите, вот такая вот средство антипыль, аллерген, антипыль, антиаллерген от Pronto. Это, ну, понятно, полироль, просто совсем чуть-чуть. Вот эта полироль самая классная в том плане, что я от нее не чихаю. Потому что от всех других полиролей я сколько работала, я, наверное, рассказывала, работаю, да, торгую мебелью, вот. Я уже в этом 4 года, даже больше, наверное,
даже больше, и получается, что везде мебель надо натирать, где я работаю, и получается, что я прям кашляла безумно, когда начинали какой-то фигней пользоваться. Вот, я как бы уже знаю, понимаю, что у меня аллергия именно на этот вот пронто, ой, на вообще любой там, да, какой-то полироль, а вот на этот вот, который антипыль, он такой же грязный вообще, антипыль, антиаллерген, у меня нет вот этого чиха и кашля, поэтому те, кто аллергики, те, кто такие вот, знаете, чувствительные, присмотритесь, мне понравилась штука, хорошая, ну и со своей задачей, естественно, справляется. Вот, дальше что у меня? Циновик закончился. Очень классная штука, крутая, на дневное использование я как бы пользовалась, дневное использование, короче, использовала утром. Классный крем такой, гель для проблемной кожи, от угрей, от черных точек, от прыщей, хорошо справляется со своей задачей, по крайней мере, не распространяется дальше ничего. Я не говорю, что он там что-то вам вылечит, но то, что есть, не увеличится, и он такой придает матирующий эффект кожи, и, ну, я так думаю, что все-таки все равно подсушивает. Он нормализует работу сальных желез, борется с бактериями, вызывающими угрей и прыщи. Классная штука, недорогая, она где-то рублей, в районе 300 рублей, можно на день, на ночь, можно как бы, я вот на день использовала, и классная, как под макияж, да, как основа, очень хорошая штука, дружит с санскринами, со всеми, короче, хорошо, понравилось. Так, дальше, вот, кстати, по поводу санскрина, вот такая штука у меня закончилась, сейчас, подождите, как-то я прям села, вот такая у меня штука закончилась, это мне давала моя косметолог, SPF 50 PA+, это серия Pro U, это корейская профлинейка по уходу за кожей. Классная штука, блин, крутая, но дорого стоит. Попробовала, спасибо, но брать как бы себе, наверное, пока я не готова, такие дорогие штуки, вещи. Так, что тут у меня? О, вот это вот фигня, извините, да, за мой французский. HyRX, это средство такое для волос, которое там типа от непогоды, что такое, бла-бла-бла, не понравилось мне вообще, это кремовая такая текстура, тут хороший дозатор удобный, ну вот вы видите, да, такой крем, гель какой-то непонятный, но аромат ничего так приятный, как у всей линейки HyRX, но она мне волосы как-то вот, я не пойму, что она мне вот сделала с волосами, но мне это абсолютно вообще никак не нравится, то что оно какое-то вот как скрипучее, вот знаете, как это, стекловато. Вот когда мне есть такие средства, которые делают из волос стекловато, то есть они становятся такие прям фу. И я это прям не люблю. Поэтому я эту штуку отдам. Я знаю кому. Вам, ну, не особо рекомендую. Мне она не понравилась. Я не видела никакого действия. То есть как бы за кончиками она там особо не ухаживает. Ничего там с ними не делает. Но мне лучше какое-то уж масло. Сейчас я пользуюсь пшикалкой Глискур. Где-то она у меня тут тоже валяется. Вот. И мне очень она даже нравится. Так, опустила вас пониже. У меня вот этот новый тренога, это я не могу с ней никак совладать. Какая-то она... Короче, я с ней приноравливаюсь к ней. Так, отдаю тоже Тафт. Это у меня лак для волос, которым я вообще не пользуюсь. Я не знаю, откуда он у меня, зачем. Наверное, когда-то зачем-то покупала. Но не нужен абсолютно мне вещь. Лежит за... как бы заполняет собой пространство, и мне это нафиг не надо, отдам. Ну, считав неплохие вроде как лаки. Вот этот вот, это маска, это из косметички Love Leta iHerb, очень она мне понравилась, классная, хорошая маска, она с углем, она антивозрастная, и она как бы и на борьбу с прыщиками, и на борьбу с всякими морщинками, да, там, со всеми, то есть классная штука, хорошая лекала, хорошая как бы пропитка, ее очень много этой пропитки, если вы будете брать такую маску, то пожалуйста, не делайте так, как я, не выливайте все это как бы на себя, не размазывайте, просто оставьте, да, скрепочкой скрепите, и потом какую-то, да, салфетку туда закинете, ну что-то, да, как делают маски, знаете, наверное, да, вот эти одноразовые, вот, и будет у вас второй раз можно использовать. Так, вот такая вот пшикалка, спрей, это манго, у меня тут осталось совсем чуть-чуть, но я ее сейчас добью. И это спрей для тела такой, он как бы абсолютно тропический мист, спрей, вот. Так. Это манго, вот чистое живое манго, как оно и есть. Я очень люблю аромат манго, и поэтому эта штука мне очень нравится. Я не знаю, что это за фирма такая, Body
Body Resort, это подружки я брала. Есть там у них и бальзамчики такие, ну, в смысле, для тела лосьоны и всякие там штуки. Классная фигнюшечка, как бы. Да, пшикую сейчас выкину. Так, у меня тут в основном все то, что я как бы добить еще должна, но я просто не хочу собирать, складировать вот это все дело. Так, что еще? Что еще? Ой, это у меня шампунь, который... А, вот, я сейчас выкидывала, короче, от первого шампуня, и там нашла... И смотрите, вот я, блин, короче, выкидывала коробку от второго шампуня, от вот этого Алираны, и там увидела пробник шампуня. И я такая думаю, блин, я же первую-то выкинула коробку и что-то пробника не заметила. А я ее, оказывается, не выкинула первую, а кинула в пустые баночки. И вот он, мой пробничек нашелся. Блин, прикольно. Короче, тут получается, это коробка вот эта для шампуня, да? И здесь у нас вот такой шампунь. У меня еще один такой теперь есть. Объем... Фокусируйся. Плотность и объем предотвращает выпадение и стимулирует рост волос. Удобная сашеточка попробовать. Вот молодцы, да, пихают как бы в свои шампуни, еще другой шампунь попробовать. Классно. Так, вот такая штука. Это я заказывала в Oriflame. Это такие, как они называются, силиконовые вкладки в кроссовке. И как бы вот я себе сделала их в кроссовке, вообще в любую, да, обувь. Очень классная штука. Сейчас вот пойду как раз гулять в этих кроссовках, посмотрю, что как. Мне кажется, прикольно. Они как бы вот стертые задники, которые, да, там, ну, со временем стираются в обуви. Особенно вот, когда вы неправильно обуваетесь, разуваетесь, как я. Я разуваюсь, никогда не расшнуровывая кроссовки, и поэтому как бы задник стирается. И вот на такие вот моменты вот эти штуки очень удобны. То есть вы сзади себе приклеили, и все, у вас как бы все зашибись, все хорошо, у вас как бы... А, вот она, смотрите, рисуночек вот. И у вас уже как бы по новой как бы кроссовочки хорошенькие. Ладно, прикольно, но дороговато. Так, Versace я использовала на ноги. Это бальзам после бритья. Мужской был у нас набор у мужа. Вот, добила. Прикольный, очень приятный аромат. Люблю мужские ароматы, повторюсь. Вот, на ноги классно вообще зашел. Супер. Так, вот такие вот салфетки закончились для интимной гигиены. Я самые нормальные, прикольные салфетки таскать с собой. Очень удобно на работе, если. Так, закончился у меня наконец-то The One, вот этот двухфазная такая смывка для водостойкой туши, для водостойкого вообще макияжа. Ничего не снимала мне водостойкую, снимала обычную тоже плохо. Поэтому выкидываю, слава тебе, Господи, наконец-то я ее добила. Я тут еще Плюшкин, я могу долго мучиться, но, блин, короче, пользоваться. Вот. Так, что у меня тут? Неоген. Вот такая штука. Умывашка. Это тоже из какого-то... Это еще из первого лафлета этого бьюти-бэга, да? Вот, очень крутой, вот он очень крутой. Я сейчас, когда ходила на кислоты, вот три у меня, да, процедуры было, очень классно вот с ним вот это вот. Блин, я хочу такой большой теперь. Продается на Herb, Neogen, классная штука. Он как-то вот, он не пенится, но в то же время он хорошо очищает и такой вот не стянутый эффект. То есть, когда вы на кислотах, те, кто знает, что такое кислота, у вас всегда стянутое лицо. Вам всегда хочется его увлажнить. Я постоянно вот этими пшикалками пользуюсь, чем-то там алоэ мажу. Но как бы вы должны понимать, что, да, нельзя ничем жирным мазать, потому что это шаг назад, как бы вы себе опять все забьете, все поры, и поэтому надо как-то спасаться. И, естественно, когда ты умываешься, и тебе еще там от умывалки стянет кожу, как бы это очень плохо. А вот такие вот вещи, как вот это, как вот, которую я тоже за Херба показывала вам, большая, вот они классно очень очищают и не сушат кожу. Я рекомендую вам хорошие штуки. Ой, такая вот, такой бустер Optimals Radiance. Это, по-моему, свечение, прям капелюшечка у меня тут осталась. Использовала на шею, потому что на лицо сейчас использую все очень прям тщательно подбираю, потому что, ну, не хочется мне портить то, что, чего я добилась, как бы. У меня уже такое, знаете, ну, сейчас, конечно, с фильтрами. Блин, вы посмотрите на это, кошмар. Караул, я так сидела, блин. Вы мне ничего не сказали, да? Короче, я прям сейчас взяла. Это вот это вот, зараза, вы представляете? Это тушь Tom Ford. Я как-то ее
Первый раз их, когда я пробовала, она мне тоже так сделала вот такую ерунду. Причем нижние ресницы у меня не накрашены, а она отпечатывается еще и вниз. Я тогда подумала, что может быть что-то. Ну как так, Том Форд? Я, по-моему, в видео даже говорила, ну не может же так быть. Потом я им накрасилась, у меня было все нормально. И вот сейчас опять. И причем это уже тоже второй или третий раз. Караул, как такая тушь, которая стоит 5000, может вот так вот делать? Я просто не понимаю. Хорошо, что это мне досталось в подарок, и я как бы знаю теперь, что это просто, ну, цена не значит, что это будет хорошо. Прямо сейчас вот выкидываю, потому что я не готова вот это, ну, представляете, да, я видео снимаю, рассказываю, такая бы, какой позор. И также могу перед клиентом стоять, что-то рассказывать, да, там, на работе, и буду вот это вот, у меня все размазано. Караул, конечно, Том Форд, блин, ну как, ну вот просто. По-моему, 5000 она стоит. Этот Badass Mascara Volume Sensational. Вот. Volume Sensational. Видно вам, не видно? Вот так вот выглядит. Но это у меня, конечно, миниатюра. Красивая. Все как бы. У нее еще причем кисточка, знаете, как колется. Короче, все, до свидули. Капец, блин, я вообще в шоке. Так, про что я рассказывала? Я рассказывала про этот бустер. В общем, этот бустер вообще надо замешивать в крем. Вот, но я его использовала просто как сыворотку. Тут даже чуть-чуть осталось еще. Я его просто как сыворотку на шею и сверху крем наносила. Вот, на лицо я сейчас такие вещи побаиваюсь наносить, как бы, потому что, ну, фиг ее знает. Достается не просто так, такое уже лицо, которое чуть-чуть получше, чем было, так скажем. Так, еще на шею тоже я добиваю вот этот вот Optimals крем. Он дневной, он легкий. Такой прям тут у меня чуть-чуть осталось. Вот такой консистенции. Он прям быстро впитывается на шею, на дневной как бы вариант. Очень классно. Он не скатывается, мне это устраивает. Потому что я когда добивала на ведж на шею, он у меня даже на шее скатывался дневной, который этот с коллагеном. А вот этот нет, он хорошо так подпитывает, он хорошо как не подпитывает, увлажняет. То есть как бы кожу шеи у вас такая, знаете, не сухая, не стянутая, она как бы в хорошем виде. Может быть, он, конечно, не работает на перспективу какую-то, но хотя бы внешний вид. Вот вместе вот эти две штучки мне для шеи очень нравится на дневной вариант. Вот. Так, по витаминам у меня закончился комплевит вот такой. Антистресс. Я пью, короче, витамины антистресс. Пахнет аскорбинкой, по-моему. Тут 10 витаминов и 4 минерала, экстракт пустырника, экстракт листья гинго билоба. Вроде как тут надо пропить месяц, и все у вас будет хорошо. Я бы не сказала, что я стала меньше стрессовать. Возможно, я стала спокойнее, но у меня очень нервная работа бывает периодами. И поэтому тут такое. Я очень эмоциональный человек, очень восклицательный знак эмоциональный человек. Меня, чтобы, блин, успокоить, это надо, ну, короче, феназепама мало. Вот, поэтому тут такое. Для меня это что мертвому припарка, вот эти все антистрессы, там, знаете, пустырники. Мама мне тут тоже надавала, ты, говорит, пустырничку вот попей. У меня он лежит, тоже попью, конечно, но я знаю, что это для меня ерунда. То есть, когда у тебя уже вот слишком повышенная вот это все, да, нервная возбудимость, ты как бы уже знаешь, что тебе это бесполезно. Ладно, вот такой вот кремушек для рук, очень легкий, нежный. Это Oriflame Love Sparkling. Такой он прям приятный цветочный аромат. На работе у меня валялся, как бы, ну, не валялся, лежал на работе. И на работе у меня целая косметичка. Если интересно, отсниму вам свою рабочую косметичку. Вот, как бы, мне он нравился из-за того, что он быстро впитывается. То есть ты намазал руки и пошел. У тебя нет никаких проблем там с бумагами работать или там с тканями, с чем-то. Ты уже знаешь, что ты ничего никого не испачкаешь. Ой, вот этот вот маска для... Вот этот маска. Вот эта маска для волос очень крутая. Это из... косметички тоже Ахёрбовской Лафлета. Я снимала обзор на нее Nexus. Хватило мне на 3 раза, но по-хорошему на 2, конечно, чтобы пожирнее так намазать. Очень круто. Она так напитывает волосики, такие тяжеленькие. После нее приятный аромат. Какие-то протеины пшеничные. Тут очень хороший состав. Стоит около 230 рублей, но она крутая, действительно. Ой, тут осталось чуть-чуть. Вот, короче, рекомендую эту масочку. Вообще, вот эти вот косметички, девчонки, присмотритесь, очень крутые штуки. Так, дальше. О, чем я сегодня красилась, сюда уже закинула. Это Socolor. Моя любимая синяя вот эта вот версия. Блин. Подлезу я какой-то оттенок. УЛБЛД. УЛБЛД. Ну, синенький вот этот. Вот, у меня полтюбика ушло, но я окрашивала вот так.
У меня девчонка где-то написала, под каким-то видео, где я показываю окрашивание вот этой краской, что можно ее только на двенашке красить. Я крашу вот на таком 6% оксиде, и ничего. Все нормально, ничего не происходит. То есть, ну, как бы оно, конечно, порыжей, но мне не надо там слишком сильно белое. Я не хочу вытравленный блондин. Как бы я потом тонировкой добиваюсь того, что мне надо, какие оттенки. Конечно, если не ухожу как бы в серый, как я это сделала в предыдущий раз, но как бы в основном все идет по плану, поэтому так. Я делаю на шестерке, мне нормально. Вот, значит, такая красочка, люблю. Вот, и закончилось, мне надо будет брать еще. Вот эту штуку вам показала, я ее сейчас, наверное, буду тоже выкидывать, потому что у нее срок годности подходит. Но тут где-то вот так вот еще осталось. Вот, такое хорошее. Или перелью, и не знаю, короче, вот от этой бутыля просто здорово, мне надо избавиться. Паста зубная вот такая у меня подходит прямо к концу, уже почти закончилась. Она такого черного, какого-то серого, короче, цвета. Блин, ничего она не делает. Black and White, типа там с древесным углем, отбеливающая. Нет, она не отбеливает. Какая-то обычная, короче, не ведитесь. Все ерунда. Для зубов тоже Листерин заканчивается. Зеленый чай очень мне нравится. С натуральным экстрактом зеленого чая. Очень она такая не ядреная, приятная. Но хорошо освежает. Хорошо, как бы на ночь я использую эти полоскалки. Так, далее что? О, выкидываю дермакол. Старинный дермакол. Я была в Чехии в 16 году. И это у меня штука с 16 года. Вы представляете, это же чешское, как бы, да, производство. Вот. И, блин, вот это эх. Как бы это тональное средство, которое такой хит. Вот, он очень просто мега-мега пигментированный. Он замажет вам все, что нужно и не нужно, но он адски просто подчеркивает все шелушения, все как бы неровности, да, на вашем лице, но замажет даже татуировку. Вот дермакол, присмотритесь, если вам надо что-то такое прям адское замазать. Ну, вот, представьте, вот с 16 года, вот, я его вот столько-только использовала, ну, потому что он очень прям плотный. Я его мешала, пробовала в какие-то свои тональные самодельные основы, но нет, все это. Пришло ему время его, да, и поэтому прощаюсь. Так, что у меня тут еще? Что у меня тут еще? О, вот такое отдаю средством. Это мака. Ой. Короче, мака – это вообще, как его назвать, это такой стимулятор, да, так скажем. То есть это, чтобы повысить энергию, жизненный тонус, все такое. Его даже используют для повышения либидо. Вот, я как бы этим, слава тебе, Господи, не страдаю, я не мой муж. Но это вот для мужчин и женщин. Я это как бы покупала для того, чтобы чуть-чуть вот как бы с утра взбодриться, типа того, короче, пила по утрам. И мне это вызвало эффект того, что у меня поднималось жуткое давление. Вот реально, я как бы за этим делом проследила. Я поняла, что именно от нее у меня поднимается давление. Короче, людям с повышенным давлением я это не рекомендую. Но я Херби тоже заказывала. Может быть, я что-то делала не так, но, в общем, такие вот дела предложу. Подруги, у нее пониженное давление. Возможно, она возьмет себе. О, вот эта штука, это из уже... как она, господи, все. Из Look Fantastic коробка, да, вот эта Look Fantastic у меня была. Beauty Box. Это патчи под глаза. Они такие тоненькие, как бы гидрогелевые. Очень много там жидкости, просто нереально. Очень было много жидкости. И они прям тончайшие-тончайшие. Какого-то супер-вау-эффекта я не увидела за их стоимость. Как бы я думаю, что это, ну, неоправданно. Конечно, приятно, прикольно. Их абсолютно не видно. Их можно как бы использовать где-то в самолете. Но это, опять же, много жидкости. Много там этих... Они между двумя какими-то там, да, пластиковыми штучками. Короче, ну, не знаю. Не стоит своих денег, как я думаю. Мне так... Не знаю, мне жалко бы на них было отдать денег. Но так как они мне попались как бы в коробочке, конечно, попробовать прикольно. Так, вот такая штука от Faberlic. Это у меня освежитель воздуха, свежесть фруктов, водный спрей. Мне очень нравятся именно вот эти водные спреи, а не такие пшикалки типа там Чиртон или как там они называются. Вот эти водные спреи, они не убивают все вокруг, всю эту ауру. Просто обычное такое распыление. И приятно пахнет. Я люблю. Тут именно фруктами каким-то... чем-то цитрусом, там прям чуть-чуть осталось на пару раз пшикнуть, и уже можно выкидывать. Так, масло для тела и для волос я использовала. Это масло авокадо от Oriflame. Очень хорошее, прикольно. Пахнет травянистым таким чем-то, душистым травянистым. Хорошо увлажняет, хорошо напитывает волосы. Я делала
с этим маслом заворачивала волосы, чтобы смыть цвет. Вот, советую Верочке моей хорошей. Вера, как там у нее сейчас она переназвала канал? Короче, Вера Блонд, по-моему. Вот. Она мне сказала, то, что заворачивай в масло, и тогда у тебя сойдет как бы твой вот этот нежелательный оттенок. Действительно, да, от масла сходит нежелательный оттенок с волос. Вот, и это я вот так вот и делала. Тут даже чуть-чуть осталось. На тело тоже классно, но прикольно как бы питает, повторюсь. Так, что у меня еще? Еще для волос. Смотрите, вот такую штуку я отдаю. Это Estelle. Вот такая красотища. Тут прям золото, бриллианты. Такие, смотрите, блестки, шиммер нереальный. Ну вот вы видите, сколько использовано. Но мне эту штуку отдала Анечка, моя подружка, еще 100 лет назад. Пахнет шоколадом, нереально, очень вкусно пахнет. Но она так, это вот такой блеск, это вот будет все блестеть вокруг, все, короче, будет в блестках, все вокруг люди будут в блестках. Это просто, да. Я не знаю, я, может быть, отдам, может быть, еще пусть постоит, я, короче, подумаю, как, но вот сейчас новогодние праздники, возможно, да, еще попользоваться на волосы. Ну, прикольно, конечно, с нее волосы блестят, но потом, да, вот все это прям... Все в блеске. Это у нас он увлажняющий, обеспечивает сияние и антистатический эффект, молочные протеины, мерцающие пигменты. В общем, он как вроде как и ухаживающий, и в то же время вот придающий вот это блескучее сияние. Прикольно, если бы они не осыпались бы, эти блесточки. Так, гель для душа, у меня точнее масло для душа закончилось, наконец-то. Оно прям какое-то нескончаемое было. И у него под конец испортился аромат. Мне он очень не нравился уже в конце, он каким-то чуть-чуть... протухшим чем-то пах, как бы так вообще я этот аромат обожаю, вот он в диффузоре мне очень нравится, он мне нравится в кремах для тела, в кремах для рук, но почему-то вот в масле как-то он испортился, вначале с ним было все нормально, а потом что-то пошло не так, не знаю еще что, но вот как-то так получилось. Так, еще тут совсем немножко, и я от вас отстану. Значит, что еще? Тушь вот эта, 5 в одном, Black Out Black, то есть чернее черного, которая, она не самая лучшая, которую я пробовала от Oriflame, потому что как-то я с ней маялась, вот честно. Первое время она не красила, потом она как-то красила, но не так. Но, в общем, короче, не очень. Я выкидываю, что-то какие-то разочаровашки у меня по тушам. Так, вот такую штуку сейчас еще будет у меня видео, наверное, до. Я там показывала в пустых баночках. То, что я выкидывала коробочки вот от этих средств, которые я приобрела в подружке для очищения, для там чего-то такое. В общем, штука классная, очищает. То есть это такой порошок, который вы растворяете в воде, пьете на ночь, ну или там в течение дня как-то вечером. Вот, и на следующий день у вас как бы естественным образом, извините, происходят все дела. Вот, в ванной комнате. Вот, и что хочу сказать, да-да-да, все да-да, но, блин, от этой штуки нереальный отек. Вот видео предыдущее, где я с отеком, там вот есть даже, где я вот эту штуку тестирую, еще там что-то я тестирую. Я прям там отекшая, это вот от этой фигни. Я потом это поняла, потому что когда они у меня закончились, 20 пакетиков, я их перестала пить, все, у меня отек сошел, вот, прикиньте. Вот, поэтому такое себе дело. Я похудела на килограмм, но как-то... Не знаю, что это, но этого, за счет чего я похудела, что это такое было, непонятно. Но килограмм ушел, реально. Вот, так, дальше, глискува, то, про, о чем я говорила, это моя пшикалка любимая, тут чуть-чуть еще осталось, для секущихся волос, защита кончиков, экспресс-кондиционер. Я такие раньше штуки вообще очень часто использовала, постоянно практически они у меня были в моем уходе. Вот, потом что-то как-то забросила, сейчас вот опять к этому вернулась. Мне нравится. Разные всякие цвета беру, то есть это такое, оно, мне кажется, не особо различаются по цветам, их действие как бы одинаково. Помогает хорошо расчесывать, блестящие волосы, ухоженные выглядят с этими спреями, мне нравится. Вот такой автозагар флоресан выкидываю, ну, вообще практически полный, что-то я как-то не знаю, мне перехотелось. Как-то я одно время загорелась, у меня 3 автозагара есть, вот, один тут вот и 2, по-моему, там в Подмосковье. И, короче, я думаю, нет, нафиг мне это не надо, короче, выкидываю. Но что-то я даже не помню, если честно, по-моему, он нормально что-то делал. Не знаю, честно, не помню. Просто же выкидываю вот так вот, блин, капец. Так, wellness у меня астаксантин закончился баночком с экстрактом черники. Сейчас пью периодически всякие вот эти вот вещи, которые укрепляют иммунитет, которые помогают бороться с вирусами, которые там, ну, все вот это, все такое прочее.
классная штука. Я считаю, что благодаря ей я как бы болею меньше. Я могу заболеть, да, но у меня это проходит все легче гораздо. А Азелик мой любимейший, просто осталось совсем чуть-чуть. Сейчас мне его надо домазать, и все. Это очень классная штука. Это злоиновая кислота, мазь. 500 тысяч раз говорила вам, это этот аналог Скинорена. Если вы страдаете подкожниками, всякими черными точками, он помогает их как бы вот размягчает вот эти вот, разжижает, так скажем, эти черные все закрытые комедоны, и они у вас как бы оказываются на поверхности, так скажем, и вам проще с этим бороться. Ну, вот так, если вкратце. Так, вот такой у меня еще закончился SPF Optimus. Что-то долго я его очень добивала, никак не могла добить, не знаю почему, но SPF я сейчас использую всегда, потому что я на кислотах, повторюсь. 35-й Optimus, он очень бюджетный, он хороший, мне понравился, классный. Сейчас как бы на зиму можно 35-й использовать. И вот такой последний у меня, что закончился, это не закончился, чуть-чуть еще осталось. Перфекта, тоже рассказывала про нее, это ароматический такой кремушек с розой, он гелевой консистенции. О, блин, все в волосах моих, какой-то капец. Он такой гелевой консистенции, он очень классно напитывает кожу. Я его использую тоже на шею, но на ночь. Вот у меня как бы тандем такой, да, вот это дневной, вот это ночной. Это то, что идет на шею. Все, мои хорошие, блин, столько натрындела, это караул. Вот, спасибо за внимание, спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на меня. Пока-пока.